Ребят, ну что, в общем, короче, я решил проверить теперь, протестировать вот данный пылесос Airline в машине. Посмотреть, как мусор убирает и так далее. Сейчас вы все сами увидите. Все уже подключено, все готово. Дальше просто смотрим. Так, ну что, я подключаю тогда. Сейчас шланг подключу. Давайте вот, допустим, первый мусор. Просто вот проверим первый мусор. У меня тут много пакетиков с мусорами. Это вот строительный мусор. Сейчас посмотрим, как пылесос будет всасывать мусор. Так, ну что, я включаю, в принципе. Ох, как сосет-то, ребят, прям нормально. Центрифуга он работает прям. Циклон. В принципе. Прям присасывает, смотрите, он даже поднимает этот ткань. В общем, макароны изделия. Следующее. Так, ну что, погнали собирать. Так, нормально, нормально. Все, пару, сколько, секунд, наверное, 10, и все, нету. Вот они здесь. Лапшичка. А, нет, еще вру, вот их надо собирать надо. Так, а сиденье все чище и чище становится с каждой моей уборкой. Так, следующее. Следующее — крошки хлеба. Все, ребята, мусора как будто не было, крошек хлебных и так далее. В принципе, он работает одинаково, что заведенная машина, что выключенная. Без разницы. Это чисто вот мое мнение. Так, бак-то, между прочим, все заполняется, заполняется. Смотрите, вон сколько его уже. Ребят, короче, вот сахарный песок. Сейчас мы посмотрим, протестируем, как будет пылесос вести себя в труднодоступных местах, короче. Как он будет всасывать. Вот это сахар. Бачок заполнен, так скажем, на одну третью, одну четвертую, что ли. Да, кстати, забыл сказать. В общем, ребят, я, короче, одел насадку специальную, угловую, щелевую. Специально для труднодоступных мест. Вот, мы сейчас протестировали. Смотрите, ребят, короче, я сахарный песок сюда насыпаю. Сейчас мы здесь вот все почистим тоже. Насадкой будем чистить вот этой вот. Щеточкой. Она крутится вообще, вот смотрите, 360 градусов. Что, кстати, тоже очень удобно. Щелевую насадку мы снимаем, одеваем щеточкой насадку. А потом, если что, щелевой пройдем, если где-то что-то не получится. Дальше, если что-то где-то осталось, одеваем вот эту щелевую насадку.
Так, ребят, сейчас еще попробуем обивку машинную пропылесосить. Всасывает вообще отлично, отлично. Вот эта вот щеточка специальная насадка для ворса, короче, она прям очищает. Ну и примерно вот так вот получается. Чистота. Микромусор какой-то он уж не вычистит. Кстати, очень, очень легкий, причем компактный. Для девушек, у которых есть автомобиль, он очень прям подойдет. В принципе, он не тяжелый, его взял, быстро включил, пропылесосил. Вы там случайно что-нибудь, семечки рассыпали, еще что-нибудь, хоп, а он у вас под рукой. Все, сразу быстро включили, пропылесосили, все, как будто ничего не было. Вон, бумажка валяется. Такие хоп, а у вас тут таких миллион бумажек. Такие хоп, все, нету ее больше. Была бумажка, вот она была и вот ее не стало. Сейчас опять одеваем щелевую насадку. Попробуем в подлокотнике убрать вот здесь вот прям мусор. Вот, ребят, тут типа мусор и так далее. Вот, вот так вот сделают назад. Труднодоступное место. Сейчас мы попробуем оттуда вычистить. Йо, все, уже мусора нету. Ребята, все, мусора нету. Смотрите. Вот это присохшее, вот это вот там, это не считается. Ребят, в общем, длинный шнур 4 метра, что очень удобно, можно прям в багажнике сразу убирать. Можно вот здесь шнур пропустить, но поскольку шнур слишком длинный, я могу прям сбоку двери открыть, вытащить пылесос, и мы сейчас пропылесосим. Надеваю я вот эту вот насадку. Так, начинаем. Ну что, в общем, все, короче, пылесос протестировали. Вы видели, там все показало, да? Как он работает. Так. Контейнер на, грубо говоря, меньше, чем наполовину заполнен. Сейчас я покажу, как он очищается. Нажимаем вот эту вот кнопочку. То есть держим вот так вот под наклоном. Нажимаем вот эту кнопочку. И он легким движением руки снимается. Достаем фильтр защитный. Просто берем вот так вот и высыпаем. Возвращаем на место фильтр. Нажимаем кнопочку. Все. Вот и все, он сидит. Так, ребят, ну что я могу сказать конкретно про данный пылесос? Плюсы у него какие? Длинный провод, наличие шланга гибкого, можно залезть в труднодоступные места, большой пылесборник, сам контейнер. Плюс этот контейнер легко снимается, пыль просто в изи удаляется. По цене он недорогой, я считаю, и хороший. В диапазоне 2000 это самый, считаю, хороший вариант. Он относительно бесшумный, как по мне. То есть, когда работали, на уши не давил вообще.
Дизайн у него красивый. Он также легкий. Для девушек это будет большим плюсом. В целом, доволен пылесосом. Всем советую. Если у вас остались какие-то вопросы или не вопросы, пишите в комментариях под видео. Я буду по возможности на них отвечать. Всем спасибо. Ставим палец вверх, кому не сложно. Всем пока.